Друзья, рада приветствовать вас на нашем ивенте. Для меня самые такие радостные моменты на ивентах – это награждение людей за их достижения. А сегодня у меня такая большая честь ощущать эти эмоции так близко на этой сцене, награждая наших новых изумрудных директоров. А для меня первый статус, который я сделала, это был именно изумрудный директор. Я очень мечтала, когда только стала дистрибьютором, очень мечтала про голд-директора. Мне так очень так это красиво звучало, голд-директор. Я думаю, все, я дистрибьютор, я хочу голд-директор. Но я перепрыгнула этот этап голд-директора, и за первый месяц в бизнесе, я сделала первый свой статус, это изумрудного директора. Для меня сегодня еще большая честь стоять на этой сцене и награждать своего уже изумрудного директора. Изумрудный директор для меня тоже зазор на золотого мастера, потому что есть 4 директорские ветки, и есть большая вероятность сделать с них мастеров, сделать с них изумрудов. И тогда мы мастер. А если из этих изумрудов сделать мастеров, мы, соответственно, золотой мастер. Очень все просто. Изумруд для меня – это уже тот человек, это уже точно партнер, это уже тот человек, в которого можно влаживаться. Это уже, если директор говорит, я попробую, то изумруд уже этот этап прошел, и он уже точно движется к цели статуса мастера. Изумруд – это красиво звучит, это гордо звучит. Друзья, вы готовы встречать наших новых изумрудных директоров? Но это так не получится встречать. Красиво надо встречать. Надо порадоваться за их успех, потому что если мы умеем радоваться за успех другим, к нам будут люди приходить такие же самые. Так что радуемся красиво. Зимина.
Делиться с нами вашим секретом, вашим ответом. А вы все очень внимательно слушайте, потому что после ивента мы все с вами захотим, чтобы в нашей команде, чтобы сделать чем побольше изумрудных директоров. Почему вы стали дистрибьютором? Добрый день, рада вас всех приветствовать. Я очень рада опять стоять на этой сцене и в качестве изумрудного директора. Это очень приятно. Я работаю косметологом. И, как и все, пришла в основном на продукт. Я попробовала коллаген и очень увидела обалденный результат. Моя кожа была на восьмой день, на восьмой бутылочке, я уже увидела обалденный результат на своей коже. И как косметолог для меня очень важно, чтобы мои клиенты видели классный результат. И это помогло, я поняла, что это поможет в моей работе. И я работаю косметологом и бади Specialist, body, я делаю body treatment. И вот поэтому я увидела обалденный результат на себе и сразу начала предлагать своим клиентам и подружкам. И понятно, каждый из них с такими эмоциями рассказывала, что все начали заказывать у меня коллаген. И в конце месяца меня удивил приятный бонус. И я позвонила своему наставнику и спросила, что это за деньги у меня на аккаунте. А она сказала, это тебе бонус, компания дала как бонус вознаграждения за рекомендацию. И я честно подумала, это только 5 коллагенов предложила, что если я продам 100? И, конечно же, вот почему я поняла, что я в правильной компании, в правильном месте, и я буду здесь строить бизнес. И хочу в следующий раз награждаться мастером, конечно же, и строить будущее, я вижу свое будущее с компанией. Before I start saying something, I would like to give thanks to my Lord and Savior Jesus Christ for Him giving me wisdom to see a lot of opportunities in this company. Thank you. So as many of you, I joined the club for health. My husband was very sick. With a very severe illness, and he overwent through extreme surgery and lost his organ. And he started to develop a lot of side effects after surgery, and the doctors couldn't help us at all. And we were starting to think about wars. I am mom of 4 kids, and I had to think about some things that if something happens to my husband, I have to provide for the family. But nothing came up, and now I'm working full time also, and I wish I knew about this opportunity earlier. Frankly, my friend and mentor Vera Kropenia, she showed me Coral Club, and I signed up, and within a month,
we saw a huge improvement in his health. We started take a product last June, and right now he is healthy, like nothing happened to him, and he's just working and doing things, and I'm really grateful for that. So, but this is not the reason I decided to do business. As I said, being a mom and working full time, doing a business was hard. But Vera, she invited me to Las Vegas last fall, and I went not expecting anything, but the event was very energetic, and I would recommend everyone to not miss any event right now. And I've heard a lot of motivational speeches from top leaders of the company, and but the main part that bothered me was the marketing plan. When I look at it, I have a business degree, and I think in numbers. So when I looked through it, and I thought, if you understand how the marketing plan works, it will help you to make a lot of money in a company. But money is not really a goal for me. The goal is what you can do with all free time that you can achieve by having money, you know? It's a lot of opportunities. Another thing is like the company is a worldwide company, and you can find people in any country in the world. Also product, we have amazing product, as I said. We get a lot of results from it. Another huge opportunity is, yes, company is 25 years old, and as it's been said before, many people saying, oh, you have to start from the new company, but it's frankly new here in United States. So I saw a huge opportunity in finding partners among English-speaking people here in the United States. Many of us work among English speakers, and this is a huge, huge opportunity for us. So, in the conclusion, I would like to bless you all through this year and wish you that all your dreams come true and you will achieve anything you want. By the way, I want to say about my goal, as I like to dream big, and I want to be, my goal is in the nearest future, I would like to be a platinum executive. And I forgot to give thanks to my mentors, Yelena Kladova, she's not here, but she did a tremendous work with me, as long as Angela Falachai, I really love her and I appreciate every single day she was on the phone call and night with me. And Vera Krupenia, who introduced me to the company and who brought me to Las Vegas and here. And thank you for your attention. Дуже хороші результати як по продукту, так і в бізнесі. Тобто росте вам. Для вас той же самий питання. Чому ви стали дистриб'ютором? Меня зовут Рената Клушак, я пришла в компанию «За здоровьем» полтора года назад. Я не могла ходить, сидеть, лежать. Очень болела спина у меня. Мой муж меня везде возил, покупал всякие крема, таблетки. Ну, все мы пробовали, ничего не помогало. И я думала, на этом все, моя жизнь закончилась. И благодаря Богу я услышала Майю Осипову по интернету. Она давала кому-то интервью, что она тоже так проходила, ну, через что я прошла. И я пошла по концепции здоровья, так как она мне порекомендовала. И чудо, мои мучения закончились через полтора месяца. Я сейчас играю в волейбол каждое воскресенье, и не верится мне, что я играю. Мой муж увидел результат. Конечно, он удивился, что мне помогло, и мы начали всем рассказывать. И так начал расти наш бизнес. Появились первые клиенты и партнеры. И сегодня чеки получаем только я, но и мои партнеры.
сильнее, друзья, поаплодируем. Для вас тот же самый вопрос. Доброго дня всім. Мене звати з компанією Coral Club. Я працюю около 8 місяців. Закритий ізумрудний директор, відкритий брилянт. Це лише початок. Як, навіть, як і всі, я прийшла в компанію на продукт. В першу чергу мене познайомили з ним роки три назад. Але бізнес мені тоді не запропонували. Вони просто розказали про товар і все. Так що задумайтесь, можливо, в вашому окруженні теж є такі люди, хто мені розказували про бізнес, просто розказали про товар. Потім, коли ми приїхали сюди в Америку, два роки тому назад, до мене прийшла на манікюр Галя Мельник і запропонувала мені бізнес. Ви знаєте, я поводилася зразу, з перший день, тому що я знала, що таке мережевий бізнес, я знала, які тут є можливості, що можна досягти тут в цьому бізнесі. Я зразу згодилася, і ми почали рухатися разом. Я дякую тобі дуже, Галечка, дякую Галині Зельцман, наставникам Наталі Красі, Оксані Височан. Дуже пишаюся своїми дівчатками, які тут були на сцені, нагороджувалися. І срібними директорами, і золотим директором. Так, що ще я хотіла сказати? Я хотіла подякувати організаторам цього закладу, хотіла подякувати керівникам компанії. Чому саме я вибрала компанію Coral Club? По-перше, це є перспектива. Така, я рахую, що так як я майстер манікюру, педикюру зі стажем 20 років, я працюю сама на себе, і я знаю, що сьогодні я працюю, я заробляю гроші. Завтра, не дай Бог, щось станеться, і в мене нема доходу. І колись я почула дуже таку цікаву річ: не складайте яйця в один кошик, тому що впадете, розіб'єте і будете голодні. І вже 15 років тому, коли я почула цю фразу, я постійно розвивала щось ще додатково, окрім свого манікюра і педикюра, і не шкодую, дуже гарно себе почуваю. Я дуже вдячна, кажу ще раз, компанії Coral Club. Саме головне, хочу сказати, що тут є концепція. Що мене зачепило саме, це концепція здоров'я, яка міняє людину на організм людини на клітинному рівні. По-друге, це є можливості, які не дає, я вважаю, що ні одна компанія не дає такі можливості, які є тут. І третє, це бізнес під ключ. Це у вас всі матеріали в руках, в нас. Я рахую, що нам тільки двигатися треба вперед, не зупинятися і далі, лише далі. Дякую, дуже гарно. Вибачайте, я перша. Все дуже добре. Ви молодець. Перший раз це дуже хорошо. Для вас теж той же самий вопрос, чому ви стали дистриб'ютором? Вітаю всіх, я Оксана Агуреєв з Кентакі. Я також попала в Coral Club по здоров'ю. Я ні з ким не зустрічалася, мені просто дала подружка номер телефону до Сергія Костюченко. Я до нього задзвонила, розказала все, і він сказав так: якщо ти згідна на все, що я буду казати, я буду з тобою займатися. Я сказала, так, я згідна. І так ми почали, буквально через дві неділі я побачила результати себе, і люди просто самі стали питати, що ти робиш, і як, і що. Таким чином я вийшла на Emerald Director. І тоді це, звичайно, все благодаря Сергію Костюченко, бо він більшості роботу за мене робив, так як я не мала ніякого експірінсу. І він також мені предложив за бізнес. Ну, в тому плані ми далі двигаємося. Дякую. Бажаю вам цим статусом не затриматися. Бо, Надюш, для вас те саме питання.
Добрий день всім кораловцям. Мене звати Надя Гурник, і прийшли ми в корал-клуб з моєю мамою в місті. Получається, по результату Алли Бейкер, її прекрасна дочь вот стоїть, знімає ззаді. Спасибо, Інна. Інна Калкінс. І ми також були восхищені здоров'ям, так сказати, процвітанням Алли. И очень даже были рады поискать, что это такое за компания Coral Club, скажем, погуглить. Когда я гуглила компанию, значит, получилось так, что я 2 дня искала и нашла, что много очень есть клубов, таких, которые по-настоящему выращивают кораллы прямо у себя дома. Оказывается, такие клубы тоже есть. Вот, но я поняла так, что если я вдруг не могу найти вот эту компанию, значит, возможно, это сетевая компания. А в сетевой компании у меня был опыт раньше, и не такой хороший, может быть, потому что либо компания открылась и закрылась, либо был хороший продукт, и она потом из сетевой компании стала обычной компанией. И да, получается, что мы, как только я все-таки нашла через индусскую компанию, вышла на Coral Club наш, я стала пробовать туда зарегистрироваться, увидела, что нужно дать номер рекомендателя. Тут же я сразу же беру свою маму, набираю телефон, говорю: мама, нам нужен вот Инен номер, она же нам его оставила. И вот я созвонилась с Иной, и она мне дала свой рекомендательный номер. И я сразу же подписалась, стала директором. Сразу стала дистрибьютором в Coral Club. Супер. Кто ищет, тот находит. Для вас тот же самый вопрос. Поделитесь, пожалуйста, почему вы стали дистрибьютором? Hello everyone, my name is Kuksoda Hamidova. I was born in Russia. Now I live in Brooklyn, New York. I came from New York like 1 hour ago. I'm so happy because I'm feeling very happy and I'm grateful. I'm standing here in front of you today. Time with my Coral Club has a change because in my life was changed because before when I joined the Coral Club, I was depressed and I was 196 pounds. And I see the product was really work for myself. And that's I got the start from Coral Club Detox Plus and Parachute Gold Detox AIDS, and I lose the weight and I start to drink collagen, and you know the collagen is my last favorite collagen in forever because I see have a lot of improves for the hair, like. What you see, my hair is too long because I lost a hair before. Now I didn't lose because I am happy because it's my long. His hair is going too long and shiny, and getting my hair and nails too strong too. And also I got the lipastic feet. It's meaning like I losing weight and sleep quality, improve sleep quality. I didn't sleep very well on this in my life, and then the. Then I drank the three liters water of coral mine, and now I'm drinking too. So I'm so happy because I see a lot of drinking. The water have a lot of infection. They have a lot of bacteria inside of this coral mine, but have a lot of this refresh. So my friend, her name is my friend. She advised me that I have to take the product from Coral Club. Her name is Farah Sabirova. She recommended to me, and also I work for this Coral Club. I'm so happy, and I want to be continue to work and get more for the masters. Thank you. Awesome. И Катя, мой изумрудный директор. Катюш, делайся.
Доброго дня всім. Я, як напевно, всі прийшла на продукт. Получивши результат, я прям була настільки задоволена, що на цій експресії я почала розповідати своїм подругам, своїм рідним, як працює продукт. І навіть не замітивши того, в перший місяць я досягла 1200 балів, і тоді Тая, мій бізнес-партнер, позвонила до мене і сказала: «Ти тепер будеш моїм бізнес-партнером». І я така була дуже здивована, який бізнес-партнер, як я тільки користуюся продукцією. Але я 14 років в Америці, пробувала відкривати бізнес два рази. І я розумію, які це вкладення. І тут Тая мені запропонувала бути її бізнес-партнером, працювати з нею. І скажу так, перші дві неділі, коли я не побачила результату на продукції, я така була: ні, не буду. Але завдяки тому, що Тая дзвонила, завжди мене держала на контакті, розпитувала і підтримувала, мене це підкупило дуже сильно, мені захотілося працювати в цій компанії. Потім, коли я, не знаючи майже нічого, тому що я в компанії шостий місяць тільки,